очень долго делал этот велосипед, долго собирал под него запчасти. Что тут интересно? Ну, по порядку. Перебрана втулка. Стоит машинка уже не родная переднего калибра, потому что она сломалась на этом велосипеде. Поставили новую. Поставили новые звезды. Все отрегулировали, здесь все работает нормально. Поменяли цепь, поменяли заднюю кассету, полностью прокачали, перебрали задний калипер тормозной. Трочки хорошие, несмотря на то, что 7 лет велосипеда, трочки хорошие. Единственное, что вот кусочек рубашки пришлось поменять, вот этот маленький, и все. Поменяли звездочки, потому что звездочки были вообще просто в ноль ушатаны. Сейчас пытаюсь настроить задний переключатель. Не могу понять. Не настраивается, и все. То есть, смотрю сюда, звезда стоит ровно, но чуть-чуть под углом под каким-то. И вот впервые я такое увидел. То есть, это у нас SLX. 7 лет ему, старая модель. Сейчас попробую продемонстрировать. То есть, вот эта вот ось, на которой надета лапка, заходит в сам переключатель. Видно, да, какой люфт? И получается, что наверх он запрыгивает хорошо, вниз он спрыгивает плохо. И наоборот. Потому что вот эта лапка относительно переключателя болтается жутко сильно. Что с этим не поделать? То есть, либо он будет работать плохо, но зато менять не надо. Либо менять и там отдать 1003 за переключатель. Такая вот проблемка. Да, тут еще прикольно то, что вот монетки стоят Dior XT. Передний переключатель при этом стоит Оливия. А задний стоит SLX. То есть все это изначально работало на этом велосипеде. И 7 лет это работало, при том, что это совершенно разные уровни класса. Еще что прикольно, то что вот тормоза Хайс и ручки у них карбоновые. Очень легкие такие, мягкие, правда, наверное, ломаются. Вот это у них регулировочка. Карбоновые ручки. Прикольный, топовый такой вот тормозной механизм. Но там возникла проблема в том, что на переднем переключателе развалилась вообще одна часть механизма, пришлось ее выкинуть. И на заднем тоже там развалилось, пришлось их комбинировать. То есть из двух собрали один, а вперед поставили тоже Хайс, но только другую модель. Вот, а так вообще все тут хорошо, вот не считая сейчас заднего переключателя, который надо сделать.